Друзья, всем доброе утро. Появилась наконец-то возможность снять дежуванский шашлык. Ну, знать-то я знаю, но не могу рассказать все секреты. Так, мы находимся в кафе. Повар Шамсидин Ака сейчас будет делать сначала плов. Ну и дальше подтянутся остальные повара и покажут. Плов сегодня самаркандский. А это тандыр самса? Похоже на тандыр для гушта. Вот такая столовая. Если честно, всегда хотел иметь такую кухню. Ну, чтобы вот у меня была вот такая кухня. Для лагмана. Для любого другого блюда. Для самсы. Так, вот эта штука тоже, наверное, для жарки чего-то. Я пришел рано, еще все спят, вон, видите, они еще отдыхают. Ну, повара, которые, скорее всего, живут где-то далеко, поэтому они остаются ночевкой, тепло летом на Курпачу, и спишь. Плова сегодня 18 килограмм, масло обычное, лук на 18 килограмм риса. И сейчас я вам покажу мясо. Мясо говядина. Да, говядина. Мол, гусь, да? Мол и бараний тандыр. Тут бирки и кило? Биркило? Или бирьяром? Бирьяром. Забыл сказать, черпак для самсы. С чего начинается утро в Узбекистане? С шашлыка. Видите, одной не хватает. Короче, есть городской газ, а есть еще привозной. Вот здесь используют одновременно и городской, и привозной. Так, ну теперь можно зайти спокойно сюда. В окно будем снимать. Казан точно так же алюминиевый. Я люблю, когда вот это вот все чистенькое. То есть для меня это первый показатель, если вот это все чистое. А он там собирается. Из двух частей приспособления. Мешалка. Капкыр, как его называют. Капкыр, по-моему. Профессионал. Это капкыр, да? Да. А он еще маленький капкыр. А сколько лет уже плов делаете? Работаете ошпазом? Нич лет? 25? Так, получается, из 5 литра где-то 3,5 литра обычное масло. И зигирное масло. Дигильного скромно сегодня. Это литорок. Между прочим, здесь удобное такое расположение. Ты смотришь чужую жизнь, смотрите, он смотрит чужую жизнь, машины, дороги, люди, и тут же одновременно занимается своим делом. Я говорю, вид хороший, постоянно новое что-то. Ну, говядина свежая, по ней видно. Не прямо, конечно, свежезарезанная.
свежачок. Запах какой от дегири пошел. Видите, здесь ничего не прокаливает. Вот сколько моркови. А моркови сколько килограмм? 18? 20? И казан здесь такой более глубокий. Странно, но морковь пахнет моркови. У хорошего повара тряпка под рукой. Лук кидается просто для вкуса. И мне всегда казалось, что лука должно быть, например, на килограмм мяса тоже килограмм. Оказывается, нет. 150-200 грамм достаточно. Достаточно даже луковицы одной большой. А вы мясо не солили сначала? Мясо не солили, да, еще? Некоторые просто солят мясо. Нет? Видите, здесь вот не солят мясо сразу. На первом этапе, как и везде, нужен мощный огонь. Добавили курдюк, он отдельно идет, не мельчится, а вот как есть целиком. Это все быстро заломает, в принципе, 10 минут. Немножко моркови. Сейчас ноха отпойдет, я так думаю. Плов на, я даже не знаю, на сколько человек это. То есть, по идее, если вы повар и умеете вкусно готовить, вам всегда найдется работа в Узбекистане, это факт. Пусть чуть поменьше будете получать, чем в других государствах. Я только про него подумал. Будет он, нет? Да, будет. Повар как художник работает. Сахар здесь не добавляю. А чеснок тоже добавлять? Нет? Чеснок, если добавляете, это не миллитаумляр, да? Да, ну, в принципе, у всех все повторяется, но здесь вот красивая у него раскладка идет.
Какой используется рис? Рис лазер. Он считается не дешевым. Еще чуть-чуть моркови. Блин, моркови много, значит плов будет вкусный. Я люблю, когда морковь. Вот именно из-за моркови рис получается сочный. Вот есть та грань, когда сочность может перерасти в сухость. Вот у некоторых попадает, ну такой получается вкусный плов, но суховатый. А вот есть такая, наверное, минутка, когда не передержали, не пересушили, и вот он все в норме. И каждая рисинка отделяется друг от друга, и морковочка сочная. Мне ли вам объяснять? И все, и сколько минут? На глаз. Сколько минут в Узбекистане, лучше не спрашивать. Приехал рис лазер. Ну, его, конечно, предварительно помоют, почистят. Здесь все кипит, бурлит. Мощный огонь. Все само готовится, без повара. Да, что-то визира, что ли, попадается. Нечищенные рисинки попадаются. Теплые воды, там отлично. Теплые воды замачь. Это же теплая вода, ребята. А? Не иссык? Это теплый. А холодная? Горячая. Теплая вода. Чуть-чуть соли. Ну да, такая теплая вода. Как же объяснить? Температура такая, как в ванной, когда человек. Здрасте. Здрасте. А вы тоже повар? Самсапас. Самсапас? Самса, самса. Самсе. Значит, скоро самса будет раз. Самсапас появился. Открыли крышку. И что мы тут видим? Морковь вареная. Сейчас мы с вами заходим на кухню. Нам разрешили это сделать. Здесь самсу делают. Здесь шурваму. Так, ну нас вот это интересует. Иждыванский шашлык делает. А вы же родом оттуда или живет постоянно там повар? Родом из Иждывана. Шашлык пропускается, мясо мороженое, 5-6 раз. То есть его так не делают, как обычный молотый. 5-6 раз пропускает, на килограмм мяса, килограмм внутреннего жира идет. И 200 грамм лука. Ну, соответственно, соль. А зира нету, да? Нет. Тус. Тус. Только соль. И в конце, вон, видите, замороженный, мелко нарезанный
жирок еще раз так обвалю, чтобы был более сочный. Вообще секрет гишдуванского шашлыка только в том, что он много раз пропускается через мясорубку и замораживается все. И сколько вот в одной такой грамм? 200 грамм. 200 грамм. Одна палочка 200 грамм. Вместе с жиром. Ну, одному человеку надо штуки 3 таких, да? Нет. По вкусу. Ну, вот вам сколько надо, чтобы съесть так? Парочку? Одной хватит? 200 грамм чистый жир, это мясо. И в плюс лепешки, чай. Нормально будет, наверное. Живот покрупнее. Блин, ну это не ко мне, я вообще как котенок ем. Короче, секрет и есть, и секрет. А, секрета нету, и секрет есть. Вот так. К любому блюду, можно сказать. А сколько лет вы шашлыками занимаетесь уже? Десять лет шашлыкаем. И заметьте, что шампур-то не широкий, а обычный, стандартный. И вот именно такой формы даже не падает. Он намного... То есть мясо в 3 раза шире, чем сам шампур. И все держится отлично. А лук тоже через мясорубку пропускают, да? Да, да. А вот еще вопрос такой. Когда лук пропускают через мясорубку, сок от лука убирают или тоже добавляют? Пес лук. Пусть он питает, да? Ага. Да, вообще. Добавляют. Остается на, это, на фарш остается. Вот так вот. Тем временем нарезается шакароп или ачичук? Ачичук. Или ачичук. С острым перцем бы, да? Нарезается салат к плову. Попки вырезаны у них, видите? Немножко лука. Плов без салата, но это не плов. Нужно чем-то его разбавлять. Летом свежими помидорами. Огурец йог, да? Бор? Тоже сюда огурец? С огурцом вот. Ачичук с огурцом. Только увидел, ну я тут раз увидел, просто не стал показывать. Ты можешь. Пакет, в котором варится отдельно картошка. Для чего так делается? Чтобы крахмал от картофеля, когда он переварится, не попал в общий бульон. Так вот. Здесь сейчас будет табака готовится. Маринованная курица. И сколько здесь килограмм? 10 было?
8 килограмм сразу. Это называется курица табака, да? Уйгурский табак. А как уйгурский табак? Да, это уйгурский. Уйгурский табак. Через 20 минут будет. И 20 минут оно здесь будет, да, сейчас? Не сгорит за 20 минут? Вот вам и уйгурский табак. Нарезали зелень. И сейчас будут нарезать огурцы. Зелень здесь, петрушка. Петрушка, да, только? И все? Только петрушка. И повар уже нарезает другой. Все, табака готов. 20 минут, да, прошло? То есть вот сейчас кто-то, если заказывает, его отсюда вылавливает. Можно посмотреть, как он выглядит? Просто. Ну, все, обычная жареная курица в большом количестве мяса и в каком-то маринаде. Все, спасибо. Тем временем кто-то заказал две порции шашлыка. Видите, он ничего, вообще ничего не падает. Все висит четко. Ждем. Сколько минут? Нич минут. 10 минут и готов шашлык. Вот за счет именно того, что 5 раз перемалывают определенное количество жира, все супер. А рис побелел. Проснулся тот, кто спал. Я два раза сюда прихожу, он два раза спит. Ты во сколько спать ложишься? Я говорю, во сколько ты спать ложишься, что так долго спишь? 3-4. Ночи. Да. А что он делает до 3 ночи? Готовит? Да. А, тогда извиняюсь. Газовые службы, газ-службы. То есть не один раз промывается рис, значит. Пока с него не сойдет вот этот молочко. Газовые службы проверяют сейчас объект. Закладка риса сейчас будет. Дров подкидывают. И еще там пока разжигают, я хотел показать. Он есть блюдо Сурхандорча Биктирма. Вот это блюдо я вообще не знаю, что такое. Лола кабоб. Тоже не знаю. Все остальное знаю. Вот, спасибо. Спасибо. Нам принесли зарядку, а то у нас что-то не работает. Плов-плавешник. Закипел. Быстро закипел. Давайте оттуда подойдем. Со стороны покупателей. Она
Yok öyle mi? Ha? Ne mamı yapacaksın? Конечно же, найдутся умники, которые все переведут. О чем разговор идет? Тем временем на улице. Напротив, между прочим, городской пекиньяр, по-моему. Если делается рис из лазера, соответственно, и порция будет стоить намного дороже. Потому что он почти в два раза дороже, чем тот же Аланга. Видите, здесь по-другому укладка риса идет. То есть середину. А кто-то начинает сразу по периметру рис раскладывать. Сколько поваров, столько и поваров. Только YouTube. Oyundan video var mı? Hamması var. Hamma joyda. Xorazm deysan, Buxoro, Navoiy. Почти весь Узбекистан. Так, все. И сейчас через сколько минут первый раз этот? 15 минут. 20 минут. Так, ну сейчас тазами, наверное, накроют большими. Или одним. Все, 20 минут. Не успел я заснять. Добавили какое-то масло. Зигирь? Зигирь. А, это с того плова. Да, да. Все, все, это масло, остатки с прежнего плова. Предыдущего. Чуть-чуть зиры. Чуть-чуть. Зира иранская. Перемешанная с местной. Туз, соль, чуть-чуть соли, 20 минут точно не прошло, прошло минут 10 всего. Любимый перемес. Повар смотрит количество воды. Яхши? Или ма? Больда? Воды достаточно. Последний раз мешается рис. Тем временем тандыр готов. Загружается самса. Самса с зеленью. А помидор тоже добавляете? Есть? То есть сочная самса. Зиле. Гушт. Гушт. Пьёс. Пьёс. Зира. Да, туз. Есть. Мурч. Есть. Мурч. Гурч. Есть. Кашнич. Есть. Болгарский. Есть. Это вообще самса диетическая практически. То есть все овощи какие есть практически там. Ташкентско-самаркандский плов почти готов. Но основа, масляная основа самаркандская, рис ташкентский. Ну, в смысле ташкентский, рис, который любит ташкент.
Я, честно говоря, даже не знаю. А в Самарканде какой рис делают? У меня тест. Аланга или лазер? Заказы тем временем идут. Уйдем в сторону. А вы можете спросить, какой рис кладут в Самарканде больше в чайханах? Лазер или аланга? Лазер или аланга? Да, да, какой? Больше всего. Чайхана. Ошхана, чай. Лазер. 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 То есть даже в Самарканде лазер в основном кладут? Самарканде лазер. Я просто не обращал на это внимания, чисто вот сейчас этот вопрос у меня возник. Значит, это чистый самаркандский вариант. Ага. 5 минут и плов готов. Сразу видно, да, что он рассыпчатый? Ни у кого нет сомнений, что он не рассыпчатый. Всего здесь 25 лет будете плов готовить. Доска очень толстая, на котором режете мясо. Первый клиент. А вы в тарелках с собой отдаете, да? С тарелками вместе отдаете? Да. Я уже забыл, что там курдюк лежал. Барана думба. Курдюк, думба. Жир. Жир. Ну, жир к курдюку, наверное. Курдюк, короче. Кость. Здесь смотрели. Мол кость. Мол кость. Да. Или мул кость. Мул или мол? Мул. Корова. Кау. И чего сюда? Две порции. Видите, он всю, повар всю морковь не вытаскивает, он так. Ну хата. Чуток сока. Блин, вообще красиво наложил. Вообще супер. Очень красиво наложил. Вообще мастерски. Моя порция. Чтобы вы понимали, морковь, она выглядит сочно, прозрачно, желто. Блин, ну и... И нужно все это попробовать. Первый раз мне приходится вот так вот дегустировать одному обычно. Или с Федей, или с Таней. Если честно, я плов не ел уже около 2 недель. Блин, вкусно. Реально вкусно. Вот моркови ровно столько, сколько мне нравится. Я знаю, кому-то нравится побольше, кому-то поменьше. Мне нравится побольше моркови. Как же сказать? И плов получился немножко такой, знаете, как бы сладковатый.
Мне принесли лепешку. Даже вот лепешку не хочется пробовать. Чисто вот в таком виде. Да. Иногда нужно плов есть. Вот два раза в неделю, наверное, самое то. Чтобы не скучать по плову. Каждый день это, конечно, лишнее. А вот два раза. Вообще супер. Полноценный завтрак и обед. Самое интересное, что пришел снимать дежуванский шашлык и, как обычно, все закончилось пловом. Ладно, друзья, всем пока.